Строительство двух плотов доставляет мне истинное удовольствие. Нас на приключения вдохновил Тур Хейердал. У него был дар убеждения, он мог заставить поверить людей и продолжать свой курс, независимо от мнения других. Мы должны были 6 января выйти с острова Пасхи и двинуться на юг, юго-восток, по направлению к 40-м ревущим широтам и стремительно пойти к берегам Южной Америки. И в какой-то миг волна, нарастающая, закрывает часть неба, и в этот момент ты соглашаешься внутренне, что сейчас ты умрешь. Вообще-то люди проводят вместе по 20 лет, чтобы так сработаться. Через 2 месяца начались проблемы психологического порядка. У нас начались микронадрывы мышц. Мы очень сильно и быстро слабели. Они абсолютно герои. Это люди, которые совершили геройский поступок.